Накануне женский волейбольный клуб «Енисей» провел матч Суперлиги чемпионата России. Соперником наших девушек стала команда «Ленинградка». Гости из Санкт-Петербурга и хозяева площадки всю первую партию не отпускали друг друга дальше, чем на 2 очка. Упорная борьба продолжалась почти полчаса. Партия состояла из серии взаимных ошибок, дерзких выпадов и заготовленных комбинаций. В итоге стартовый отрезок остался за «Енисеем» 26-24. Вторая партия долгое время складывалась так же, но вскоре хозяев словно стали покидать силы. Девушки из северной столицы уверенно довели период до победы 25-18. И продолжили гнуть свою линию в третьей части встречи, с первых минут вырвавшись вперед. Однако красноярки сумели собраться и в конце периода догнали соперниц и вырвали преимущество 25-23. Окрыленные успехом наши волейболистки вели на протяжении всей четвертой партии и в итоге смогли довести матч до победы. 25-22 в заключительном отрезке встречи, итоговый счет по партиям 3-1 в пользу «Енисея». Мы в этом составе собрались 6 дней назад, а команда еще совершенно не организована. За 6 дней мы не успели писать схемы. Тем не менее, вот я хочу отметить просто очень хорошую игру «Енисея». И молодцы, бились. И очень понравилась девочке Щеглова, которая при своем росте, понятно, что ее на 3 партии не хватит так прыгать, но то, что она делает 1,5 партии, она молодец. Выжимает из нее больше даже, чем, наверное, давно. Она играла на Кубке Сибири в стартовом составе, выходила. Она на Кубке России играла в стартовом составе. У нее уже достаточно наиграно всего. И я согласен со своим коллегой, что Щеглова в этом сезоне темная лошадка для многих команд. Вы извините, мы на Кубке России с Краснодаром, она очень прилично отыграла. С другими, естественно, опять же, ее не хватит, может быть, на всю игру, но на определенный период времени она делает свое дело, то, которое она должна делать. И я ей за это благодарен.